Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, Михаил. Это мой понедельничный подкаст под номером 15 уже по счету, в котором я расскажу, что же произошло на моем игровом канале на этой неделе, на прошлой неделе, на которой вот недавно прошла. Хотя была по сути неделя небольшая, выкладывал мало видео, к концу там у меня были проблемы с интернетом, и выкладывать их не получалось. Так, скорость счета вообще была мизерная. Одно видео загружалось где-то, которое весило мне, получилось таким образом, вот гиг. Один гиг, и то заливалось где-то 10 часов. Ой, приходилось там один день заливать, начало, там, заливать другой день уже. Ну, здесь были проблемы, конечно. Это вот планы. Мало было видео, поэтому в течение 4 дней прошлой недели. Так, в общем, на этой неделе я продолжу проходить, выкладывать видео, проходить те игры, которые вот у меня от Assassin's Creed 2. Всем за мной появился вот новый фон, благодаря, спасибо, Веномчику 93. Так, огромное. Я ему тоже, как раз, вот интро сделал, передал ему. Так, в общем, на этой неделе, думаю, тоже интро буду делать. Начну, конечно. Подписчик у меня пока 646. Просмотров 83 726. Вот так вот. И так, прохождение будет продолжаться в том же темпе. То есть прошлой неделе я не выкладывал пока только серии Assassin's Creed 2. Думаю, на этой неделе я продолжу ее выкладывать так же. Немножко тем самым отдохнул от этой игры и возьмусь снова с новыми силами. Вот так вот. Сегодня, ну, на этой неделе выложу, постараюсь одну серию хотя бы Sonic Riders, как я запланировал с той недели укладывать. Будет продолжаться Deus Ex Human Revolution. То есть одна серия у меня уже готова, думаю, я сейчас ее выложу после выкладывания своего подкаста. Так вот. Что еще? Так, на этой, на прошлой неделе я закончил два прохождения. Это Crysis 2, который я вчера выложил, последнюю финальную серию. И с этим прохождением не покончено. И после него начинаю проходить на этой неделе Crysis 3. Игра у меня уже, она есть на компьютере, вот она. То есть я и покойно начну записывать сегодня. Может, даже завтра, наверное, все-таки. Не так кажется. Ну, или сегодня к вечеру. Вот так вот. Ну и Dead Space 3, который тоже закончил полностью. Хотя еще не доиграл так-то. Ну, это, конечно, не конец пока еще. То есть сама игра пройдена полностью, но вот еще осталось пройти DLC Awakened. У меня тоже она есть. Точнее, Dead Space 3 плюс DLC. Точнее, DLC пройдут. Тут таким образом. Вот так вот. Так, можно включить музыку, что ли? Не знаю. Вот так, наверное. Что еще сказать-то? Так, в общем, два прохождения завершены. Будут с этой недели The Crysis 3 и Dead Space 3 Awakened. Ну, я думаю, это DLC быстро добью, начну потом. Даже не потом, может, наверное, с этой недели уже начну. Ну, в общем-то, потом, да. На этой неделе начну проходить дальше Resident Evil 1. Вот так вот тоже. Ну и пятая часть Resident Evil. Тоже скоро начну проходить. Это потом как раз уже говорил. В общем. Че еще так? Ну. Продолжается метро 2033. Dead Island. Эта неделя, ну, запишу еще вторую серию, думаю. Третья вот эта серия метро готова. У меня, по-моему, есть она. Вот, выложена как раз полностью. 42 минуты я тогда записал ее. И осталось только поработать и выложить, в общем. Вот так вот, наверное. Так, что еще? Ну, баги выкладывал, да, которые встречаются. Ну, это у меня будут так иногда вот. Если вдруг какой-то интересный смешной момент будет в игре, достаточно. На, вот так вот. Так, интро тоже делаю. Сегодня этой неделе, наверное, сделаю по инфесту, интро точно. Я там еще кто-то попросил. Можно как раз вот сам вот мне просить делать интро сообразно, такие как раз этот ударим геймерстом по ныне. В общем-то, что-то вроде этого. Ух ты, кажется, 3 даже тоже сделал.
Да, только-только, хотя игра вышла давно, да. Так, кто им еще попросил-то? Это сделать. Ну, 4, по-моему, уже. Вот, а Флайки Геймер. Надо будет ему сделать, Интер тоже. Крис Ченнел вот этому тоже мы сделаем. Всем сделаем. Скам там. Там еще 2 пользователя, надо будет им сделать. Что-то я давно уже забыл. Не забыл, даже времени просто не было пока. С другими разбирался видео, там, интерами этими. Ну, так вот. Да, в общем. Так. В общем. Так, что еще? Ну, будет продолжаться, я думаю, мультиплеер на баталии. Вот Bandits Way 2, наверное, все-таки не будет. Там за каких проблем. Наверное, вообще не будет попросту. Увы, жалко. Не получилось мне. Ну, когда-нибудь в другой раз, может, получится. Думаю. А так-то буду записывать по Call of Duty Modern Warfare 2 пока. И Battlefield 3 когда-нибудь установлю и буду тоже записывать мультиплеерные игры, как я там играю у них. Ну еще хотел, конечно, ревьют это на игре записать на прошлых выходных. Не знаю, это был мультиплеерный батарей, но что-то вроде этого записать по этом червячке. Worms называется Revolution. Знакомая игра, то есть я играл, помню, наиграл на телефоне в эту игру. Worms, так называлась. Достаточно интересная такая игрушка, достаточно увлекательная. Хотел посмотреть на эту игрушку тоже, Revolution. По ней записать, там уже мультиплеер, не знаю, есть ли, интересно. Не знаю даже, но вот, увы, не получилось из этого то, что интернет херово работал. Вот так вот. Чё еще так? Ну, будет продолжаться, думаю, и спешу каким-нибудь, не знаю, Одессерфот программы найду, красным сам установлю, и по ним бы записывать, там, кажется, вот эти музыкальные минутки, то есть там различные саундтреки добавлять. Такая техника программка достаточно. По ней записывал уже видео. Гоняешь в таком там, не знаю, гоночке такой, в такты музыки. Прикольно там, конечно. Так, а начальное мнение, ну, на этой неделе, наверное, точно будет по Dead Island, Riptide и Star Trek. Они выйдут, наверное, скоро, на этой неделе. Это завтра или послезавтра, мне так кажется. Может, либо 25-26 апреля, что ли, либо 23-24. Через 4 дня, вот эти, не знаю, точно. Вот так вот. С этой недели также будет видео по игре на Денди. Называется она известная всем Марио, точнее Марио Бразерс. The Mario Brothers, или как там, 2. И по насеге там Sonic Колючка, то есть Sonic the Hedgehog, или как называется. Тоже известная игра. Ну, я прохожу уже, Катя, в то время Sonic Riders, вот, одной из этих игр. Sonic the Hedgehog, черт, что-то. Которая на Sega вышла, самая такая популярная игра на той приставке того поколения. Достаточно. Вот так вот будет. Ну и, в общем, все, наверное. Буду также, что еще, хотел там... А, также буду, наверное, записывать прохождение еще какое-то одно. Называется игра Spider-Man 3 The Movie или Spider-Man 3 The Game, то есть игра сделана по фильму, третьей части фильма Человек-паук. Называется она Человек-паук 3 Враг в отражении. Там снимался Сэм Рэйми, режиссер. Вот она, игра Spider-Man 3, то есть я и пройду тоже. Буду делать 100% прохождение, то есть, в общем-то, проходить все квесты дополнительные там. Но игра, конечно, не такая уж интересная, как и The Amazing Spider-Man, который мне больше понравился. Но, по сути, хорошая игра, достаточно неплохая. Лучше, чем первая часть, там, The Movie, первая Spider-Man, да и вторая тоже. Которая, конечно, более-менее, конечно, неплохие тоже, но там недостатков больше, чем у третьей части. Особенно первый, если считать там коряво управление, конечно, да вообще игра. Нереалистично выглядит по перемещению там по городу, нереалистично выглядит, как во второй части. То есть там цепляешься какой-то за воздух, то есть вообще какая-то граница там были разделенные, то есть нельзя было ниже, выше там, не знаю, перемещаться, то есть вообще там... Все это, наверное, видите само прохождение, когда вот я пройду эту первую часть, это вторую, думаю, точно пройду. Хоть игры, конечно, корявые, но так вот, как фанат. Просто то, что мне нравится, по сути, эти игры про супергероев, пройду обязательно. Вот так вот. Так, что-то музыка кончилась. Сколько мне там по времени шло? 9 минут. Вот так, наверное. И что еще? Так, что еще хотел бы я сказать напоследок, думаю.
Dead Space 3. Dead Space 5. Смотрю Прейна. Так. И также, наверное, буду записывать пока по FIFA 10 карьеру, думаю, я приторможу. И буду записывать по другой FIFA, то есть более новой FIFA. Не 13, конечно, но чуть-чуть так. 12, FIFA 12. Я ее установлю, как раз вот у меня у Origin будет установлена игра. FIFA 12, в общем, и по ней запишу карьеру прохождения. Лучше. Ну и там с той игрой, конечно, мне придется перестанавливать FIFA 10, так что все равно не получится. За вот как раз перестановки операционной системы. Только понял, что она перестанавливать придется. Допустим, не запустится. Да и в общем, другому там. Те какие видео там, которые были записаны там до конец этого матча товарищеского там одного второго. Я не смогу выжить окончание, так как у меня там эта серия была записана бандикамом, а после перестановки операционной системы, увы, они не обрабатываются в программе что-то. Вообще пишут, что не поддерживаются эти файлы. Пришлось удалить. Как многие другие там серии записаны по другим прохождениям. Ну, думаю, проблему потом я решу все-таки. И сделаем прохождение дальше. У меня там просмотров достаточно много набирается. Немало все-таки. То есть понравилось, думаю, может. Смотрели так-то немало. 92 просмотра, 40 просмотров. То есть все равно карьеру FIFA 10 смотрит. Это радует немножко. Хоть всякие просмотры-то. 40 просмотров неплохо. 92 просмотра тоже неплохо. 21 даже. Третья серия. Так, ладно. Торможу музыку с утра. Ну, в общем, все, наверное. Все сказал, все, что хотел. Так-то. То есть продолжается прохождение, будет новое прохождение, будут старые дальше продвигаться. Будем старым прохождением новым. То есть новые другие видео, другие рубрики будут записывать. Ой, что-то мне бардо пересохло. Ой, да. И в общем все. Наверное. На этом заканчивается мой подкаст новостной, 15-й во счету. Увидимся, думаю, в начале следующей недели. Ну и в общем, все на этом. Увидимся, продолжим. С вами был DarkSpace96, Михаил. Всем удачи, до скорой встречи, пока.